друзья, у нас в офисе небольшой перекус. Вчера, знаете, забрел к знакомым. Тут у нас есть Майя, риэлтор. Она у нас бывала на канале. У нее лимоны обалденные. И она мне дала с собой пару лимонов. Я думаю, а что действительно лимон? И это не сладкие лимоны, вот как мы сажаем со Светланой, который Мейерс, так вот называется, сорт. Это просто лимон. Но я что хочу сказать, лимон исключительно полезен. И можно как яблоко грызть. Но можно порезать. Совершенно не обязательно его ничем сладким посыпать. Исключительно хорошо усваивается и кожура, и цедра. Анна Леонидовна, которая снимает сейчас, она улыбается и морщится. А что морщимся-то? Ну, я так представляю. Друзья, да вы только подумайте, какая это прелесть. Надо, во-первых, помыть. Во-вторых, надо его кипяточком обдать. Когда обдаешь лимончик кипяточком, особенно когда вот с дерева снял и кипяточком, это вообще что-то невероятное. Если вы любите кушать мясо, то вы тем самым создаете кислотный такой баланс. А в нем всякая дрянь разводится, понимаете, способствует. А вот это, вроде бы он кисленький, а баланс создает щелочной, сдвигает его в щелочную сторону. И если вы никогда не пробовали есть лимон сразу, вот так, вы попробуйте и увидите. Я помню, когда начал ходить в корейскую баню поначалу, а там кроме сухой и мокрой парилок есть три бассейна. Один как кипяток, другой леденющий, а третий просто такая большая, ну как сказать, джакузи громадная. Я никак не мог зайти в горячий. То есть в холодный я запрыгивал, а в горячий никак не мог. Мне казалось, что так горячо. И мне говорят, ты не думай об этом. Ты просто заскочи, но только быстро. Так раз и замер. И когда ты замер, там, значит, вокруг тебя, вокруг тела образуется такая тоненькая пленочка температуры тела. И все, только надо не на струе стоять. Когда на струе будешь стоять, он смоет тебе это все. Поэтому я по аналогии, я не хочу сказать, что там что-то, просто надо однажды взять, сидеть, и вы поймете, какой кайф. Конечно, если, допустим, человек избалован современной цивилизацией, он может, не дай бог, только не сахаром, но заменителем каким-то. Я не знаю. Ну, стивия, вот говорят, хорош. Можно подсластить, но тогда вы утратите, так сказать, звучание лимона, ну, имеется в виду вкус, в неповторимом вот этом вот звучании подлинника. Пойдем. А это важно. Я знаю, многие зрители сейчас говорят, ну уже доел бы, да? А потом бы разговаривал. Вот смотри, Леонидов, да так. Тоже, я чувствую, да, тоже так? Да, я думаю. Уже съел бы. Уже да. Это было бы не то, понимаешь? Я хочу, чтобы видно было, что человек... Что вы не заплачете в конце. А, как-то в песне я на кащу ехал плача, возвращаюсь веселясь. Вот, так что я призываю всех, друзья, молодых и не очень, как я, лохматых и не очень, как я. Ах, какой я был лохматый, вы бы только знали. Если Анжелу Дэвис видели, вот это был как я почти человек. С шаром таким кудрявым. Но уже время проходит. Но я тоже раньше не стал бы лимон вот так есть. Особенно то, что вот в Москве на подоконниках выращивали. Никто не дал бы, кстати, тоже. А здесь приходишь к людям в гости, они тебя... С собой лимонов даю. Еще апельсинов дали, как корзину. Но мы оттуда к дочери поехали, отдали дочери апельсины. А лимоны я себе оставил. Да. Исчелачивание. Просто... Знаешь, надо так вот сделать такую фотографию, назвать Мишка щелочной. Друзья, вперед к исчелачиванию через лимоны. Наверное, там лимоны же недорогие, правда?
я думаю. Наверное. Наверное, дорогим. Вот. В общем, самое главное, что вкусно. Ей-богу, не сыпьте на ничего. Не надо меда, вот это. Не надо с торта крем, знаете, так вот подхватывать. Вот это не надо. Просто взял, съел. Вот и хорошо. Ну, затем. Вот, и все. Счастливо, друзья, и, что называется, бон аппетит.